Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим Ryzen 3. Я ничего особо серьезного от этой игры не жду, потому что, ну, во-первых, это Piranha Bytes, во-вторых, они делали ее с довольно сжатым сюжетом. Ну ладно, давайте смотреть. How many times during my countless raids did death stare me right in the face? But that hideous face staring back at me was beyond even my imagination. There is no escape. Your body belongs to me. Men, attack! Уже слышу ужасную просто английскую озвучку. Ну и графика явно даже не 2011 год. Ну ладно. О господи, да, анимация замечательная. Так, двойным нажатием мы будем уклоняться, выкинуть оружие. Ну, ничего, держим. Атака. I need you. Ну, хорошо. О, смотрите-ка, добивание. Круто. Boom. Да, анимация, конечно, суперская. Ну, по крайней мере, добивание есть, и это уже замечательно. Ох, с мушкетонов такая. Красавчики. Я прям не знаю, это какой-то Дэвид Джонс уже. Да подожди ты, но я хочу же ударить. Какого хуя ты жадничаешь? Ну вот видите, что-то как-то... Хотя ладно, боевка действительно со второй части изменилась. Тут появились перекаты укрытия. Ну как, укрытие не появилось, но появились перекаты. Это уже получше, чем то, что было. Но все равно боевка осталась жутко дебильной. Просто закликивание. И то вообще блоки их непробиваемые. Ну, как вы видите, да? Пока я замахаю сильная, так они успевают меня слабой убивать. То есть такое вообще днищенское отношение к боевой системе. Нельзя так делать. Ну, по крайней мере, я Piranha Bytes благодарен за то, что они выпустили готику раз, два, три. Все, что выходило дальше, это какое-то говно. Ага, то ты мне предлагаешь теперь с этой херней драться. Хорошо. Я понял. Что, Dark Souls будем играть, что ли? Так ты вообще против Dark Souls даже рядом не валяешься, понимаешь? Ты днище. Я таких пацанов мотал, что тебе даже и не снилось. Ничтожество. Ага. Угу, супербой на мечах. Капитан против капитана. А ну-ка, чем же это закончится? Хэтс! Хорошо. Что вообще за херня?
Проснулся. Hey. Hey. Пэти. Did you have your nightmare again? It's always the same. The ghost captain. He haunts me almost every night. It's just a dream. Это что такое? Что вы сделали с Пэти? Anchors away. Где рыжая красавица? Что это за деревенская шлюха? Причем дешевая деревенская шлюха. Far too long. Now come on. Господи Иисусе. I'll go and wait for you on the shore. Окей. Ладно, я в принципе ничего не знаю про сюжет Ryzen 3, кроме того, что мы играем за брата Пэти. А куда делся, в принципе, герой первой и второй части, это хер его знает. Ну, вот так как-то это все выглядит, да. Графика. Угу. Вы заметили, что ее нет, правда? Вы заметили, что она хуже выглядит даже, чем чертова вторая часть? Меч стальной бороды. Так что это, получается, сын стальной бороды? Забавно. А что тут у нас по прокачке есть? Магия, припасы, ну, провиант и ром. Это... О, блин, это ж надо снарягу поставить на слоты. Припасы. Так, пули, ключ. Хорошо. Что-то как-то темновастенько. Давайте-ка я сейчас добавлю гам. Добавил, блядь. Теперь стало светло. Окей. А что это за сеточка такая, а? Объясните мне. Вот это вот. Что это за говно? Ладно. Хорошо. Игра идет в 35... Ну ладно, в 40 кадрах. Ну так вам для, не знаю, для сравнения, допустим, Far Cry 3 у меня идет стабильно 45 кадров. Да, Assassin's Creed Black Flag идет стабильно 60. А это, блядь, что такое? According to the map, we need to follow the path. Come on, dearest brother. We'll be rich soon. Хорошо, атакуем супер-мега сложных крыс. Окей, это было очень сложно. Но мы их забороли, мне так кажется. Ладно, давайте пару слов о графике. Графика ужасна, на самом деле. Если бы эта игра вышла 2 года назад, или даже 3, это было бы нормально. Но, ребят, сейчас я посмотрю календарь, и если там не 2014 год, то я, блядь, не знаю. А, нет, смотрите, действительно 2014, какого хрена? Piranha Bytes, я понимаю, насколько низко вы пали, но все-таки. Да, боевка стала поразнообразней касаемо второй части. Looks like a dead pirate. Но в любом случае. We're not the only ones looking for the old temple. You should take a look. Maybe he's got something of use. Озвучка. Обычно оригинальная озвучка в играх, она куда лучше перевода. Но, блядь, здесь. Актерская игра на такой высоте, что блевать хочется. Сейчас мы будем идти, повернем налево. Ah, he's got a treasure map. Look at the map and let's see where he buried his stuff. He hasn't been there long. I reckon he hid his treasure somewhere close. Знаете что, дорогие друзья? Эту игру нельзя проходить на канале просто.
Я сейчас посмотрю, как еще будет развиваться сюжет. Но, блять, это озвучка, это графика. И это, без сомнения, замечательная боевка. Нет уж, я не буду заставлять ни себя, ни вас мучиться и смотреть на это. Я думаю, даже у популярных летсплейщиков и блогеров не получится пройти эту игру с достаточным количеством просмотров, потому что, ну, блять, ребят, ну это говно. Реально, эту игру нельзя было выпускать просто. Сказали бы, что просто Ryzen 3 не выйдет, и я бы на этом смирился, потому что вторая часть... Да, там была такая себе графика, конечно, но все-таки. В нее можно было играть, да? Там был интереснейший сюжет. Там мы боролись с Марой. Там были огромные перипетии, блин, связанные с этим всем говном. Я хоть правильно иду? Да, почти правильно, почти туда. Угу. Там были шедевральные развязки сюжета, но, блин, в нее все равно было сложно играть. Хотя она была действительно хороша, и почему я в нее играл, еще помню с тех пор, потому что вышел тогда Готика 4, Аркания. И это было настолько говняной игрой, что я просто... Это что, блять, анимация копания, да? Да, вы убоги, ребята. Реально убоги. Excellent. Now let's see what's here. Угу. Угу. Золото. Great. But I'm sure that's not even half of what we could find here. Do you really think there's some great treasure hidden in that old temple? Just wait. Soon we'll be rolling in gold. Ну, прям купаться это ты, конечно, сестру не загнула. Ну да ладно. Купаться мы можем с тобой сейчас только в говне. По той причине, что нам еще отсюда придется выбраться. А что нас ждет в этой чертовой... в чертовом храме, это я даже боюсь, в принципе, представить. А, these ruins will hide many secrets. Ну чё, открывай. Later, maybe. Later, maybe. Угу, хорошо. Да ты мне, блядь, так нужна, типа, я хотел сундук открыть. Золото и кристальный факел. Это чё, типа, магия какая-то, да? Что это вообще? Давайте поставим. Хер на неё. Какая-то книжка. Старая книга. Вдалине прогремел гром, и земля содрогнулась, когда я подошел к большим вратам древнего храма. Только мой мушкетон хоть как-то защищал меня от диких зверей в джунглях. Если это написал маг, он давно... Он уже давно наверняка ушел. Понятно. Озвучка действительно ужасна. Даже я бы озвучил бы лучше. Ну да ладно, с моим далеко не профессиональным микрофоном. Ну и ок, ну и ладно. Как есть, так и есть. Уже ничего не поделаешь. Так, куда идти-то? Идем по дороге, ладно. Хер. Сейчас посмотрим, что нам еще подкинет это We can't cross. We need a bridge or something. Have a look around. There must be something we can use. The rotten tree will make a perfect bridge. Как ты это сделал? Ты не похож на пауэрлифтера. Ладно. Будем считать, что это было очень легко. Кстати, посмотрите на эти замечательные текстуры. Вы просто это видите. Какие они замечательные. Как это все хорошо выглядит. А листва, листва как хорошо прорисована. Ёб твою мать. Чувствую себя ваномасом. Просто пиздец. Это что, я сейчас должен был обоссаться, типа? Ну ты, говно, жопа, иди сюда. Смотри, что есть. Горилка.
В смысле, не бухло, а обезьян. Ну и чё? Днище. Ладно. Ещё обезьян. Ого. Но мы, короче, воюем просто неистово. Прям как тигрята, они, да я даже не знаю, как котики морские. Today only monkeys live here. Нож, зубила. Короче, что-то явно очень важное. Подзорная later, труба. Ну, подзорная труба, да, это для пирата, это очень важно. Хотя, если хотите побыть хоть немножко пиратом, это самое, дешевые девки, йо-хо-хо, убийство и неплохой сюжет, вы, пожалуй, идите и скачивайте Assassin's Creed Black Flag, потому что, ёб вашу мать. Это, ребят, это не то, ради чего действительно стоит покупать. Я не сомневаюсь, что в неё будут играть, потому что это всё-таки Ryzen. И есть фанаты действительно этой игры, которые, несмотря ни на что, будут в неё играть. Вот фанаты Готики, например, фанаты Райзена, вот они будут в это играть, потому что она неплоха, да, в нее можно играть. Но, блин, в нее можно было бы играть, если бы она вышла несколько лет назад, но не сейчас. Ну что, собственно, это схватка с людьми сейчас будет, что ли? Bloody pirates. Чёртовы пираты, как всегда. Я знала, что мы будем. Надо их остановить, иначе они доберутся к сокровищам быстрее. Хорошо, обязательно. Бля, куда ты выстрелил, мать твою, ёб? Не понял, а что это, перезарядки пистолета нету, что ли? Это что, я могу накупить патронов и просто ходить и выкашивать всех? Вот так вот? Что за говно? Да, запороли вы механику просто. Каков у нас план? What's the plan, then? Unfortunately, the bridge to the temple's withdrawn. I can see that. But there seems to be another way in, across the river. It'll be a bit difficult for you, dearest brother, but not impossible. Find your way into the temple and activate the drawbridge. I'll stay here and keep lookout. Ага, наблюдать за храмом. Понятно. То есть будешь делать приблизительно нихуя. Я прав? Опа, костер. Сырое мясо. Воспользуйтесь рецептом? Ага, то есть вот так. Хорошо, это было крайне сложно. Так. Ну хорошо, что по крайней мере не открывается инвентарь, сразу собирается все говно, что у них было. Так. Но боевка, конечно, убогая. Действительно. Ты не можешь перейти. Я понял. Хорошо. А там этот пират. Он похож на капитана Ворона. That was him again. The ghost captain. But how can that be? What does it mean? Ну а чё, один из титанов взял и воскресил. Пошел ты нахуй.
Господи Иисусе! Все, идите нахуй. Анимации добавили. Это. Someone killed him. Maybe some rats killed him, нет? Как ты думаешь? То ладно. Будем считать, что он этого не заметил. I'm inside. Так, я This внутри. Is the way to the temple. Ага. Ничего, замечательно. Давай, два укуса. Да какого ж хера? Ой, блядь. Все. Пошел нахуй. Я еще буду тратить на тебя свое драгоценное время. Что тут? Что вообще делать-то? Что? Что это? Металлический кинжал. Это метательное. Метательное оружие. Ясно, понятно. Учтем, что у нас тут такое есть. А что по прокачке, кстати? Я же не посмотрел там, по-моему, до конца. Это инвентарь, а персонаж... Ага, то есть атака, да? Магия на 20, уже прокачана на 50. Ближний бой на 60, дальний бой на 50. Проворность, влияние, выносливость. То есть это уже прокачанный перс получается? А он что, умрет, что ли? Окей. Будем надеяться, что они придумают что-то оригинальное, типа... Блять, я не знаю даже, что сюда можно оригинального придумать. На него нападут жнецы и высосут из него жизненную энергию. Или... Не, его ёбнет по голове камнем, и он... У него будет амнезия, блять. Или еще что-то. Ну, вот, типа такого, ну... Поворот сюжета же должен быть как-то. Или мы в конце концов будем играть за Петти. Вот эту шлюху. Это не Петти, это Сара. Я тебя буду называть Сара, потому что ты выглядишь как Сара. Вот, а Петти была рыжей красавицей, а не то, что ты, блять, уёбище деревенское. А диалоги, кстати, видели, какие шикарные, ебануться. Мне так понравилось. Типа, а ты знаешь, что в храме там опасно? Да, я знаю. Ну так что, пошли? Пошли. Все, блядь, диалог. Заебись. Пираньи Байтс, горите, блядь, в аду с такими дешевыми проектами. Ребят, всех, кто смотрит это видео... Оценивайте, пожалуйста, игру, смотрите внимательно. Если прям уж хотите поиграть, лучше скачайте, потому что это не стоит ваших денег. А я еще пару недель назад видел, что типа есть в Стиме предзаказ именно Ryzen 3. Ну, думаю, блядь, сейчас выйдет, а там еще графика была похожа, ну, на этом, на... В скриншотах графика была похожа на этот Dragon Age Inquisition, что нынче там пока демонстрирует. Вот. Я такой думаю, ну блин, прикрутят графику, будет неплохо. Даже если пострадает там сюжет или игра будет слишком короткая, то хоть побегаю. А тут, блядь, стало еще хуже, чем было. Ах. Are you getting cold feet? This place gives me the creeps. There's something not quite right here. We should have found something ages ago. A clue, a sign, anything. We haven't been everywhere yet. Hmm. I'm not sure if I still want to. So you be careful. Ладно. Хорошо. И мы продвигаемся по этому таинственному храму. Не знаю, хули мы тут ищем, потому что он, во-первых, стоял открыт. Просто банально открыт. Как вы думаете, кто бы мог сюда добраться? Да, блядь, все, кто мог приплыть сюда на блядской лодке, могли сюда добраться. Ебогу. Шо, блядь? Земляной титан? Я не удивлюсь. Что это такое, блядь? Шо за гули вылезли? Адские гончие.
Да, блядь, иди ты нахуй, сука. Ого. Кстати, казуальщина еще та. Как только я прожимаю провиант, он моментально восстанавливает здоровье, даже не проигрывается анимация. Казуальщина. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Анимация разговора просто пиздец. Be careful. We don't know what's ahead. Просто пиздец просто. Я прям даже не знаю, что можно сказать, добавить или что. Ранее байт, блядь. Зачем вы это сделали? Реально, стали бы уже на блядском кикстартере и сказали, дайте нам, пожалуйста, денег, блядь. И я бы даже скинул вам денег, чтобы вы, сука, только не выпускали такого рода убожище. Так нет же, блядь, вы это сделали. Зачем вы это сделали? Наверняка мы этого уже никогда не узнаем. Портал. А давай туда зайдем, да? Почему бы и нет? А вдруг там золото, да? Или шлюхи, или ром, или шлюхи, ром и золото, а? Давай, попробуй, это ж круто. Дебил, блядь. Ну вот, и что случилось? Клинкс? Нет, не... Ну, похож, в принципе. А, ну правильно, это Клинкс, по-любому. Только этот... Это, наверное, его либо братишка, либо сестрюня высосал душу и пошел довольный такой. Видишь, теперь у тебя есть свой собственный корабль. No, don't talk such crap. I'll get you out of here. It's нет, слишком поздно. No, no. Блять, озвучка просто пиздец. Господи Иисусе, а? Простите, если нарушаю кому-то трагический момент, но... Это убого. Goodbye. Ну, прощай, чё. 3 недели спустя. Ты кто? Зачем ты это делаешь? Ну, блядский некромант, ну... О, смотри. Получилось. Блядь, да ну нахуй. Помните, пару минут назад я говорил, что его, скорее всего, убьют? Вот, он умер. What the hell? Easy. Полегче. Ты еще не готов. Не торопись. What? Да? Потерпи. А, блядь, что случилось? What happened? Не все сразу. После смерти, прежде чем рассудок... Сука, как ты быстро разговариваешь? С моей душой все в порядке вообще? There's nothing wrong with my spirit. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly. She buried you and has long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you so you don't lose the rest of yourself. Ага.
удачи мне. А, ну и вот, в принципе, все скинулось. Ну, ладно, чё. На тебе сюда. Это что? Ну вот, и тебе сюда. 20-20, заебись. Применить усиление... Черт. Да. Замечательный перевод. Все нравится. Вообще. Заебись. Это что, орлиное зрение, что ли? Воу. Сука, сдохни ты, мать твою, песчаная хуйня. О, дорогие друзья, пожалуй, знаете что, я закончу на этой замечательной ноте. Вот на этой ракушке я, пожалуй, даже закончу. Потому что, ну, эта игра, она плоха. Она действительно плоха. Ну, как вам сказать? Тут плохая графика, плохая постановка, плохая боевая система для 2014 года. И даже если учесть, что ее выпустили специально для фанатов Райзена и Готики за 20 рублей, которые скинулись, вот, она ужасна. То есть это чисто мое мнение, я его не навязываю, но вот вы посмотрели ролик, вы можете скачать ее, она, в принципе, немного весит, по-моему, 3 или 4 гига репачок уже есть на сегодняшний день, поэтому... Можете скачать, поиграть. Для тех, кому даже понравится, вы можете ее всегда купить в Стиме или в магазине Steam Buy. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.